Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению, и ничего не меняется. Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежем обороны. И если случится какой-нибудь капитулянский прозапный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые здоровые силы в армии, в силовых структурах.